Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, друзья, всем привет! И тут у нас стало известно, что Xiaomi Mi Box на Android TV поступит в продажу до конца сентября. В мае этого года компания Google провела конференцию для разработчиков I/O 2016, на которой компания Xiaomi анонсировала новую телеприставку Mi Box под управлением операционной системы Android TV. До этого все телеприставки китайского производителя работали только на фирменной прошивке MIUI и разрабатывались для Китая, поэтому сотрудничество с Google стало важным шагом для Xiaomi по выходу на международный рынок. Как сообщается, поисковый гигант поможет в продвижении Mi Box на американском рынке. Xiaomi до сих пор не объявила стоимость и дату начала продаж новой телеприставки, но теперь эта информация появилась на сайте онлайн-магазина Geekbuying. На странице Mi Box на сайте Geekbuying сказано, что поставки телеприставки начнутся 30 сентября. Стоит новинка будет $100, что совпадает с предыдущими слухами о цене на устройство. К сожалению, компания Xiaomi пока не подтвердила эту информацию, но и не опровергла ее. Согласно имеющейся информации, в Mi Box установлен 4-ядерный процессор, графический ускоритель Mali T450, 2 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 8 ГБ, которое можно расширить внешними накопителями. Приставка поддерживает воспроизведение 4K видео с частотой 60 кадров в секунду, HDR, Dolby Digital Plus и DTS. В комплекте будет поставляться пульт с поддержкой голосовых команд. Понравилось видео? Поставь лайк и обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новое видео.